Лидеры в производстве и спорте. По традиции гню машиностроителя на Тверском вагоностроительном заводе состоялся массовый легкоатлетический пробег на 1000 метров под названием «Заводская верста». Заводская верста – соревнование традиционное. В большей степени оно у нас физкультурно-оздоровительной направленности, но первые три в каждом забеге мы традиционно считаем и награждение будет. Первая заводская верста прошла в 2005 году, и с тех пор, по-моему, ни одного года не было, чтобы ее не было. Количество участников бывает разное. 17-я заводская верста собрала на старте у центральной проходной около 100 представителей разных цехов, подразделений и партнеров завода. Проводили соревнования сотрудники спортклуба «Планета» при поддержке Тверского регионального отделения «Союз МАШ России». Как было отмечено, этот стремительный сентябрьский пробег занимает особое место в насыщенном календаре спортивных мероприятий заводчан. Конечно, она занимает особое место, отчасти потому, что это спортивное соревнование у нас всегда приурочено к Дню машиностроителя, а это очень большой праздник для всех заводчан. Праздничная атмосфера царила среди участников пробега. Улыбки, сияющие глаза, хорошее настроение. Всего в рамках заводской версты состоялось 3 старта. Среди мужчин 18-30 лет, среди женщин и среди мужчин в возрасте от 31 года и старше. Дистанцию в 1000 метров, в том числе по территории завода, участники пробежали, пролетели, покорили за считанные минуты. 22-летняя Полина Шленова раньше бегом занималась лишь в школе. Заводская верста стала для нее хорошей мотивацией, чтобы вновь приобщиться к спорту. Ну, я еще и новый сотрудник, поэтому я даже не знала о том, что такие мероприятия происходят. Но вот захотелось посмотреть, как это будет. И как? О, тяжело. Я думала, будет дистанция короче, но захотелось дойти до конца, поэтому немножко постаралась, наверное, больше, чем могла. Дебютантка Полина преодолела себя и стала лучше среди девушек до 30 лет. Абсолютную победу среди женщин на заводской версте одержала инженер по подготовке производства цеха сварки металлоконструкций Ольга Чижова. Считаю, что это важно. А почему важно? И приобщиться к спорту, и все-таки это сплотило команду, цех и других вот людей, которые здесь бегают тоже. Более 17 лет на Тверском вагоностроительном заводе работает Алексей Сигричук. По собственному признанию, главный технолог ведет спортивный образ жизни, но так получилось, что он только на этот раз смог покорить 1000 метров заводской версты. Приятно то, что участвует очень много представителей именно производственных подразделений, несмотря на их постоянную занятость, работу в цейноте. Это люди, которые воплощают мысли и идеи непосредственно в изделии, это в первую очередь их праздник. И я с удовольствием их поздравляю с их праздником. И видя новые изделия, сходящие с наших конвейеров, ну, они заслуживают этого, безусловно. Кроме поздравлений с Днем машиностроителя, все участники заводской версты получили памятные вымпелы и сертификаты. Победители призеров каждой из 4 возрастных групп были награждены еще и ценными подарками.